Есть программировали Zelio Logic SR2 B201FU. Блок бесперебойного питания SCAD на 1 кВт. И хотелось бы, чтобы эта система заработала. Но как это все выглядит? Включаем бесперебойник в розетку. Бесперебойник включается. Все у нас хорошо. Пока он не включен, реле не работает. Нажимаем кнопку «Включить». На выходе появилось 232. AC мод. Все круто, замечательно. Релюшка работает. Теперь, не отходя от кассы, убираем напряжение питания отсюда. Батарея заряжена, кстати. Очень... Напряжения нет, а реле теперь пошло вот в такой цикл. Хочет, а не может. Так, возможно, бывает. Напряжение нормальное. Нагрузки, правда, маловато, но я сюда подключал большую нагрузку, и ничего не менялось. Я сюда подключал... Нет, нагрузку ватт 600 в него. И все равно реле не работало от этого бесперебойника. Включаем все в обратную сторону. Все напрямую работает.